Глава 51. Молитва Иисуса, сына Сирахова. «Прославлю Тебя, Господи, Царю, и восхвалю Тебя, Бога, Спасителя моего, прославляю имя Твое, ибо Ты был мне покровителем и помощником, и избавил тело мое от погибели и от сети клеветнического языка, от уст, сплетающих ложь, и против восставших на меня Ты был мне помощником, и избавил меня по множеству милости, и ради имени Твоего от скрежета зубов, готовых пожрать меня, от руки искавших души моей, от многих скорбей, которые я имел, от удушающего со всех сторон огня и среды пламени, в котором я не сгорел, из глубины чрева адова, от языка нечистого и слова ложного, от клеветы перед царем языка неправедного. Душа моя близка была к смерти, и жизнь моя была близ ада преисподнего. Со всех сторон окружали меня, и не было помогающего. Искал я глазами заступления от людей, и не было его. И вспомнил я о Твоей, Господи, милости, о делах Твоих от века, что Ты избавляешь надеющихся на Тебя и спасаешь их от руки врагов. И я вознес от земли моление мое, и молился о избавлении от смерти. Воззвал я Господу, Отцу Господа моего, чтобы Он не оставил меня в одни скорби, когда не было помощи от людей надменных. Буду хвалить имя Твое непрестанно и воспевать в словословии, ибо молитва моя была услышана. Ты спас меня от погибели и избавил меня от злого времени. За это я буду прославлять и хвалить Тебя и благословлять имя Господа, будучи еще юношею. Прежде нежели пошел я странствовать, открыто искал я мудрости в молитве моей. Пред храмом я молился о ней. И до конца буду искать ее, как бы от света зреющего винограда. Сердце мое радуется о ней, нога моя шла прямым путем. Я следил за нею от юности моей. Понемногу наклонял я ухо мое и принимал ее, и находил в ней много наставлений для себя. Мне был успех в ней. Воздам славу дающему мне мудрость. Я решил соследовать ей, ревновал о добром. И не постыжусь. Душа моя подвязалась ради нее, и в делах моих я был точен. Простирал руки мои к высоте и сознавал мое невежество. Я направил к ней душу мою, и сердце мое предал ей с самого начала, и при чистоте достиг ее, посему не буду оставлен ею. И подвиглась внутренность моя, чтобы искать ее, посему я приобрел доброе приобретение. В награду мне Бог дал язык, и им я буду хвалить его. Приблизьтесь ко мне, ненаученные, и водворитесь в доме учения, ибо вы нуждаетесь в этом, и душа ваша сильно жаждут души. Я отверзаю уста мои и говорю, приобретайте ее себе без серебра. Подклоните выю вашу под иго ее, и пусть душа ваша принимает учение. Его можно найти близко. Видите своими глазами, я немного потрудился и нашел себе великое успокоение. Приобретайте учение и за большое количество серебра, и вы приобретете много золота. Да радуется душа ваша о милости его, и не стыдитесь хвалить его. Делайте свое дело заблаговременно, и он в свое время отдаст вашу награду.